Я бы уже давно расколол этот остров чертям. Как он все еще держится? Где мой М60? Он был зачарован. Да даже пофигу, что он был зачарован, он был офигенен. Куда я его дел? О боги. О нет. О нет. Ладно, пофигу. Мы и так пройдем эту чертовую игру. Ну и, собственно, я сделал круг, что теперь. А, вот так вот, да? Ой-ё! Ой-ё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 -моё! Что это было вообще? Ладно, по крайней мере... М60 останется со мной. Черт побери. Так, нет, ну сюда мы не пойдем, как-то это... опасно выглядит. И нафиг надо. Ну, так, здесь наверняка должен быть где-то выход куда-то. Что это такое? Так, нет, я больше не поведусь на него. Исцеляющая молния. Так, бежим дальше, 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 дальше. Блин, почему круг? Замкнутый. Сколько крови. Ну я же здесь же нельзя пробежать, черт побери. Упс, никуда не ведет. Или ведет? Нет, не ведет. Это даже не сообщается с нашим островом. Сюда перебежать нельзя. Или можно? Или нельзя? Или можно? Ладно, попробую в последний раз. Йо-хо! Да, это было возможно. Ну, блин, втыкать такую загадку после, блин, такой битвы как-то это не очень, согласитесь. Ладно, бежать, я думаю, по такой лестнице я тоже не хочу. Это мне напоминает последний этап оригинального Титан-квеста на Олимпе. Там тоже по лестнице в небесах. Только там все светло и солнечно. Несмотря на то, что Олимп захватил Тифон. А здесь, как видите, все как-то... Странно у него интонации. Ну, типа все. Это весь этап. Насколько я помню, босс этого этапа самый сложный в игре. Ну что ж, посмотрим. Вагенар невали дехабу крум. Дай умбрин ту крум.
Прошу прощения за посторонние звуки. Там вечное сияние чистого разума. Ну давай посмотрим, что же нас там ждет. Испытание Гриммера. Сколько раз просто. Ну это все фигня. А ну-ка, давай-ка, блядь. Да мне уже пофигу на все ваши заклинания. Мое дело свинец. Уйё. Напугал. Ну да, убейте друг друга. Вам это пойдет на пользу. Чёрт! Умри, глупец, у меня бесконечные заклинания. Ладно. По всей видимости, это все-таки фигня. Ничего сложного нам не предстоит. То, что я умер на боссе, это, блин, ничего удивительного нет. Все. Продолжаем. Я только не понимаю, чем те гоблинские шаманы могли быть сильнее темных друидов, которые там были. Ну, в смысле, шаманы, которые на четвертом этапе, сильнее друидов, которые на третьем этапе. Это странно. Этапов, насколько я понимаю, всего 6. Не так уж и много. Ха-ха, минус один. Минус второй. Отлично. Нет, длань демона отличное приобретение. Она мне чертовски нравится. Особенно на этом уровне. Ее просто недооценивают. Ой-ой-ой-ой-ой. А вы-то кто, ребята? Ё-моё, что за фигня? Что творится здесь вообще? А, ясно, вы... А, блин, это же... Ой. Я прошел. Как я прошел? Так, ну и что это было? Ну ладно, не важно. Еще раз. Еще раз повторить все с самого начала. Это была нежить, и арканом я ее только лечил. Но хозяев нежити я убил. Поэтому этап считался пройденным.
если, черт побери, друид шестого вот этого круга использует камни, то это действительно трудно. Ундавар! Черт побери.